Друзья, всем привет! Сегодня маленький лайфхак по ремонту. Значит, вот имеем такое окно, такую гордину и вот такую поломку. Значит, что случилось? Ребенок подошел, дернул. Что случилось? Ребенок подошел, дернул. Гордина оборвалась. Дальше я ее сделал, вот на такие уже болты прикрутил, чтобы не оборвалась. Но посередине, где они соединяются, естественно, надломы. Здесь вываливается. Значит, что будем делать? Вот такую вот палочку все узнаем. Это от крышка от короба для провода. Берем ее, нарезаем 4 штучки. Вот такие вот пластиночки. С нее берем суперклей и вот так вот вклеиваем. Ну, зато быстро, реальный лайфхак. Смотрим. Так, друзья, вот метра два я нахожусь от гордины. Не заметен этот ремонт. Ну, а если подобраться поближе, ну, получается как-то так. Ну, не очень ровно, можно это все ровнее сделать. Ну, как бы, просто суперклей. И теперь вот все прекрасно движется и никуда не выпадает. Такой лайфхак. Всем спасибо, всем пока.